спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы приняли участие, потому что каждый, кто преодолел этот склон, является победителем. Сегодня мы вручим медали тем, кто просто оказался чуточку быстрее и подготовленнее. На самом деле трасса, конечно, тяжеловато оказалась. Особенно последние 30 метров. Ноги вообще не бежали. Я думал, что где-то по пути я потерял легкие. После финиша я пытался их найти, немножко не получилось. А так, большое спасибо организаторам. Круто, честно, очень круто себя проверить. Не ожидал, ребята все здорово бежали. Немножко повезло просто. На самом деле хотелось, чтобы Данилов Тим дальше развивался. Интересные мероприятия, хотелось бы их больше. С удовольствием буду принимать участие по мере возможности. Надеюсь, ребята еще потренируются, я тоже. И в следующий раз мы дадим еще больше старт, еще больше жару. Трасса, по-моему, великолепная. Сложная, конечно, местами, но, тем не менее, заставила поработать нас в это прекрасное воскресное утро. Ребята, по-моему, замечательно. Никто не толкался, не кусался. Всем спасибо за участие. Хочу пожелать развития физической культуры в Подольском районе. И хотелось бы, чтобы побольше таких мероприятий проводили.